Клавиатура не всегда выглядела так, как сейчас. До выхода Windows 95 на ней не было загадочной клавиши с логотипом. Продублированная аж два раза, кнопка Win не вызывала восторга ни у кого. Но зачем сокрушались тогда для запуска меню «Пуск» нужна целая кнопка? Самыми ярыми противниками, конечно, были геймеры. В ту бытность горячими клавишами считались Ctrl, Alt и Space. Поскольку Win находится между ними, у игрока довольно часто соскальзывал палец как раз-таки на эту предательскую кнопку. Игра скрывалась. Эй, я работаю, не мешай, пожалуйста. Согласитесь, приятного очень мало. Создавать клавишу под одну лишь функцию глупо. Она и вправду гораздо интереснее, чем они привыкли думать. Начнем с секретов. Горячих сочетаний клавиш с кнопкой Win мы насчитали за 30. Самый зрелищный – Win Tab, режим Aero. Win плюс Ctrl плюс Tab – залипание Aero. Он позволяет переключаться стрелками между окнами, это очень удобно. Взглянуть на рабочий стол, не сворачивая открытые окна, позволяет Win Space. Win T переключает фокус на панели задач. Win U открывает центр специальных возможностей. Комбинация Win плюс Pause открывает свойства системы. Надоело, что окна закрывают распрекрасные гаджеты рабочего стола? Жмите Win-G, отображайте их поверх всех окон. Выходите из профиля через Ctrl, Alt, Delete. Поступайте проще, Win-L, и все готово. Хотите быстро найти нужный файл? Зажимайте Win-F. Для открытия поиска компьютеров – Win-Ctrl-F. Теперь самое интересное. Оказывается, клавишей Win можно задать абсолютно любую нужную вам функцию. Я покажу, как при помощи одного лишь ее нажатия поменять раскладку на клавиатуре. Это очень полезно. Скачаем M-Key для назначения команд горячим клавишам и программу SharpKeys, которая заставит Винду поверить, что клавиша Win вовсе не клавиша Win. Итак, инсталируем SharpKeys. Нажимаем Add, ищем в левой и правой колонках именно эти значения. Записываем все в реестр и перезагружаем компьютер. Теперь открываем M-Key. Во вкладке клавиши добавляем Win нажатием по ней на клавиатуре. В разделе клавиатуры выбираем клавиши, определяем раскладку и нажатием всего на одну клавишу получаем русский или английский текст. Удобно невероятно. Я, например, уже поставила программу на домашний ПК.